Мужчины в военной форме и ветераны в кителях, сплошь увешанных орденами и медалями. 23 февраля для этих людей – день особенный. Масштабный патриотический концерт по традиции прошел в Одинцово в преддверии главного всероссийского мужского праздника. Каждый год одинцовские ветераны встречаются, чтобы вспомнить военное прошлое и почтить память боевых товарищей. Чествуем ветеранов, людей, которые в свое время или служили, являются ветеранами вооруженных сил войны, участников боевых действий в различных точках. Концерт, люди общаются. И это для меня очень важный праздник. Я, конечно, особенно сегодня вспоминаю тех, кто не дошел до Дня Победы, не дожил. Несмотря на почтенный возраст, сегодня ветераны, как и раньше, продолжают стоять на защите Отечества. Только теперь у них уже другая, не менее важная задача – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь чтобы вырастить достойного мужчину и защитника, любовь к родине, своему народу и своей семье необходимо воспитывать с самого детства. Маленький мальчик, он должен уже и понимать, что защита матери – это святое для него. Да. И маленький мальчик всегда будет маму защищать. Он потом защищает свою девушку, вот, семью свою защищает. Это уже воспитывается с измысла в человеке, в маленьком, уметь защищать свою родину. Военные песни и танцевальные номера в исполнении детских творческих коллективов не оставили равнодушным никого из собравшихся. Выступать перед такими почетными гостями – большая честь и ответственность для ребят. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».